Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Состояние здоровья популярного российского телеведущего Андрея Малахова уже длительное время вызывает опасения у его поклонников. Фанаты журналиста пристально следят за его внешним видом и замечают, как звезде со временем становится все хуже и хуже. Первой ласточкой стала изменившаяся фигура шоумена, который всегда отличался атлетическим телосложением. Также без внимания публики не осталась прическа известного ведущего. Даже коллеги по цеху поговаривали, что у Андрея Малахова серьезные проблемы со здоровьем. Распухшее лицо и смена красивой шевелюры на парик заставили публику думать, что журналист страдает от онкологии. Масло в огонь подливал сам шоумен, который и вовсе игнорировал эту тему, закрыл для фанатов социальные сети и перестал отвечать на вопросы обозревателей светской хроники. Недавно Андрей Малахов вновь шокировал публику. Его странная походка указала общественности на очередные проблемы со здоровьем. Последним ударом для фанатов стали публичные эмоции телеведущего. Страшные кадры с плачущим Андреем Малаховым увидели миллионы россиян. Он разрыдался прямо в студии программы «Привет, Андрей». Выпуск выйдет в эфир лишь в субботу, 2 июля, однако его анонс уже доступен на YouTube. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.